Алиме Абденнанова, советская военнослужащая, участница Великой Отечественной войны, резидент отдела разведки штаба Приморской армии, кавалер Ордена Красного Знамени, герой Российской Федерации, родилась 4 января 1924 года в пригороде Керчи. Во время Великой Отечественной войны, осенью 1943 года, красноармеец Алиме Абденнанова была заброшена в Крым, где в составе разведгруппы действовала на Керченском полуострове, добывала сведения о немецких и румынских войсках, дислоцировавшихся в Крыму. В феврале 1944 года группа была раскрыта, а все ее члены арестованы. После жестоких пыток и длительных допросов была расстреляна 5 апреля 1944 года.